Всем привет, с вами Василиса. Знаю, что очень много шума. Хотела вам рассказать про аренду машины в Майами. Какой у нас опыт был с этим связанный. В общем, сначала мы, когда приехали, мы арендовали машину. Нам повезло. Этот опыт я не буду особенно рассказывать. Очень хорошо мы арендовали. Вот, ну, уже по договоренности заранее, как мы сюда приехали. Потом мы еще арендовали квартиру в Энтерпрайсе, фирма по аренде машин. Там нам вышло достаточно дорого, за неделю с нас взяли где-то $400 примерно. Вот, в общем, сколько мы не пытались взять машину в прокат, смотрели в интернете очень много. В общем, выходила какая-то такая машина не очень хорошего класса, и она выходила достаточно дорого, 1500, 1800 выходила где-то в месяц и выше. В общем, когда мы арендовали машину на неделю, нам выходило это примерно там $450. Плюс еще брали с нас депозит. Просмотрели очень много сайтов. На этих сайтах, извиняюсь, постоянно летают самолеты, вертолеты, постоянно, поэтому столько шума. Посмотрели очень много сайтов. На сайтах были достаточно хорошие, приемлемые цены, но когда мы хотели заказывать, цена резко возрастала. В чем прикол? Прикол в том, что нужно платить за страховку обязательно здесь. Обязательно. И они пишут на сайтах только цена машины. Плюс страховка, и в итоге выходит очень такая хорошая цена. Тем более нам нужна была достаточно такая емкая машина. Не джип, не супер большая машина, но вместительно, чтобы был большой багажник. Вот, и мы в итоге очень долго смотрели, выбирали, слава богу, у нас время было. И в итоге мой муж нашел Алярма, не помню, как называется эта фирма. В общем, она находится прямо в аэропорту. Это самая дешевая фирма по ценам из всех, какие только мы перебрали в аэропорту, либо другие. В аэропорту, кстати, еще находится и Херт, допустим, такая фирма, да, достаточно известных. Но именно в Алярма вот стояла огромная очередь людей. Сказали нам приехать в 12 часам, мы все оплатили полностью по интернету, заплатили. Причем с нас сразу деньги не взяли, депозит с нас тоже не взяли, что достаточно важно, за машину. Брали мы на больше, чем 2 месяца, а в итоге выходит где-то 1500 в месяц машины стоит. Это достаточно хорошая цена по сравнению со всеми другими, вместе со страховками. Сама машина стоит стоимость, точно не буду говорить там какую тайную сумму, да, и еще больше, чем стоимость машины, стоит страховка. Это здесь так везде. Не знаю, сначала мы удивлялись, что это за страховка. Без страховки ты ездить не можешь. Вот, приехали мы, была огромная очередь, она очень быстро разошлась, эта очередь, за час полностью. То есть час прошло, час мы оформляли. Подошли к стойке, оформили документы. Причем женщина спрашивает, ты отвечаешь, даешь кредитную карточку, желательно кредитную через кредитную. Почему? Потому что на кредитную у них больше как-то доверия. Не знаю почему, нам пришлось показывать 2 дебетовые карточки, паспорт, водительские права. Все. Дальше, что самое интересное, у нас была машина Full-Size, спускались вниз на первый этаж, там паркинг, по-моему. В общем, стояло огромное количество машин. Нужно было выбрать любую машину, в которую ты захочешь. Любую машину. Хочешь не full size, хочешь full size. Ключи лежат прямо в двери. Ты садишься в нее, выбираешь, смотришь, как она выглядит, нравится, не нравится тебе. В общем, все это ты посмотрел, выбрал машину. И только на выезде стоит человек, который пробивает штрих-код на машине, и ты можешь ехать куда тебе угодно. Это очень удобно. Во-первых, это дешево по сравнению с другими фирмами, которыми мы очень много перебрали фирмы, с местными, достаточно много нам советовали сайтов. И так тоже смотрели очень много. И вот эта фирма оказалась как машина новая, что нам понравилось. Не такая дорогая цена, как у всех остальных. То есть намного дешевле, не проблематично с документами. Ничего тебе, в принципе, не надо абсолютно.
Очень быстро оформляется, сел, поехал. Машина новая, не потертая, не перетертая, ничего такого нет. В ней мы выбрали с телевизором, ну, кондиционер, естественно, там большой багажник, что нам нужно было. В общем, там еще много всяких всевозможных примочек, которые в этой машине есть. Вот, так что всем советую, если вы хотите выбрать машину достаточно недорого по сравнению с всеми остальными, идите в эту фирму и никаких проблем испытывать не будете. Не надо ничего будет доплачивать, как это там бывает часто. Надо еще доплатить за то-то, надо доплатить еще за это. В итоге, даже когда по интернету заказываешь, машина стоит столько-то, они пишут тебе стоимость только машины. Плюс еще начинается страховка, плюс они тебе еще берут какие-то там таксы, шмаксы, не знаю. В общем, много они тебе все приплюсовывают, и в итоге машина получается больше, чем она есть на самом деле. Так, вот это наша машина, Toyota Camry, которую мы арендовали. Передние номера, кстати, не ставятся, как вы видите. Их просто нет. Номеров. Какие-то люди все ли находят здесь. Такая она внутри. Называлась это Full Size. Удачных поездок, выбирайте то, что вам больше всех, то, что больше всего подходит вам, ищите.